Всем доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами по-прежнему Кофе Алекс Фокс, и сегодня мы снова будем открывать кейсы в CSGO! Хэлло, братишки! Ну что же, друзья, как вы помните, в прошлую серию нам безумно повезло с контрактом, и надеюсь, да, что в этой же серии нам повезет примерно так же, ребятки, потому что... Саня, что мы сегодня крафтим? Давай расскажем. Контрек АК-47, топливный инжектор прямо с завода, цена его 27-26 тысяч. Самое главное, ребята, понимаете, сколько он стоит, насколько он дорогой, ребята? 28 тысяч, 27 тысяч, да если даже он стоит дешевле, то это дорого, это очень дорого, вот. Для этого мы, конечно же, закупили статрек нового скоростного зверя, все прямо с завода. Вот, ну а сначала... по классике жанра, по стандарту, скажем так, да, мы сначала открываем кейс. Сань, ну до ножика, мне кажется, нам пока что далеко, тем более выпадает синева, USB. Блин, я каждый ролик говорю, что выпадает ножик, он ни хрена не выпадает. Сань, мне кажется, знаешь, просто надо хотя бы одну серию начать не с этого, знаешь, не говорить вообще, что нам ножи выпадут. Нам выпадет синька. Вот, да, просто каждый раз, знаешь, надеяться на самое худшее. Смотри, два закрученных. Мы каждый раз и делаем, да, мы ничего не ждем, мы ничего крутого такого не ждем. Вот, потому что каждый раз нам падает синька. Что-то типа этого, ребятки. Ну, что поделать, смотри, если... Как надоела синева уже. Вот этот синий цвет, он надоел. Он мозолит глаза. Да, он реально мозолит глаза уже. Я не знаю, ребятки. Да, сука. Можешь заклеить просто всю эту ленту как-то, не знаю, изолентой на мониторе, когда кейс открываешь. Синего цвета. Да-да-да. Или просто наложить какой-нибудь, знаешь, типа фильтр на монитор. О, статрек, книги в крику. Реально, слушай, Сань, а если наложить какой-нибудь, знаешь, типа фильтр на монитор, там, не знаю, какого-нибудь другого цвета, чтобы когда она выпадала синева, показывался другой цвет. Олег, тайна, например. На монитор. Знаешь, там красный приятного такой фильтр аппетита, поставить. Ребят. Да, кстати, ребятки, приятного аппетита. Вот, не, реально, слушай, Сань. Нет, Сань, смотри, просто поставить вот красный такой фильтр, и каждый раз, если нам что-то будет выпадать, у нас будет казаться, что это тайное. Ну ты понял, да? Тогда золотистого лучше. Ну, хорошая идея, кстати, реально золотистого тогда покруче будет. Прикинь, нам будет падать синева золотого цвета, нормально. Ветеран. Хорошая тактика, и все будут удивляться, а что это у нас все золотое? Короче, ладно, ребятки, мы что-то, блин, отдалились немножко от темы, у нас просто, видите, так много сегодня крутого всего выпало, да? Сектор синька на барабане. Сектор синька на барабане, и так у нас происходит просто 24/7, понимаете? У нас просто ни разу еще, по-моему, вот не было за этот месяц, за предыдущий месяц такой серии, чтобы мы прям... Вау! Выбили нож. Ветеран. Или еще что-нибудь. Синьки. Ладно. Прошлая серия, ребятки, реально была крутая. Спору нет. Прям вообще спору нет. Ну вот. Хотели скрафтить темку, скрафтили юст. То Отлично. Есть ушли в больший плюс, да? Ну как да, бы, ребят, да, ну. Да. Хочется ножика, ножик, где ты? Ребят, вот смотри, давайте вот вместе. Ребят, ветеран, давайте капрал. Вместе просто подумаем. Может, предположим ли какую-нибудь тактику или вообще. Я понял. Я понял. Короче, ребятки, давайте вот все в комментариях сейчас напишут примерное вот время ожидания, вот сколько мы должны подождать, сколько мы кейсов, может быть, даже должны открыть, чтобы нам выпал еще один ножик. То есть там, может, 500 кейсов, 100 кейсов, 2 кейса, там, знаете, что-нибудь такое. То есть пишите свои предположения. Вот я одна новая летела. Реально, я говорю, Сань, смотри, вот что вот это такое, ребятки, мы открыли, вот сегодня открываем 15 кейсов. Вот что вот это такое, вот что? Нам выпала одна только фиолетовая, а все остальное синего цвета, синего, давай, Карл. Три ключа у нас. Ну, есть. У нас, конечно, есть еще три ключа. Ключа операции три Феникс. Надежды. То есть одежда еще не умирает до конца, прям. Да? Одежда не умирает. Надежда. Ну, надежда. Ну, знаете, ну такое, как бы Стартрек Т9 песчаная буря не очень как-то, сами понимаете, да? Так. Смотри, ножик. Так. И еще одна почва! Вот это да! Раз, два. Мне интересно, сколько у Мик всего. А вот, кстати, это Стартрек подтвержден убийство. Смотри, жми инвентарь жми. Почва! О, нет, капрал выпал, смотрите-ка, ребятки, что-то новое из кейсов выпало, вот это да, можно даже похлопать. Короче, ладно, ребят, это были стандартные кейсы, в принципе, если у меня сейчас хватит денег, а у меня денег не хватает, поэтому можем просто закрыть это, да, и почему не закрывается все, денег типа нет, ребятки, покупай, всё, докидывай. Нет. Короче, что мы сейчас будем делать? Конечно же, мы сейчас переходим к нашему просто интригующему, интересному, захватывающему контракту, да, но, давайте сначала я вам расскажу, что нам может выпасть оттуда. Лок 18, пустынный посранец. Да, либо М4А1С механопушка. Ну, это более-менее. Это вот, да, ребят, понимаете, если нам выпадет Глок 18 или же М4А1С, это хорошо, это реально хорошо. Не, Глок 18 нет. Но он, знаешь, он не такой дешевый и не такой дорогой, то есть что-то такое среднее. Вот, если механопушка, это еще более-менее.
менее будет. Вот. АК-47 топливный инжектор, это прям конфетка, просто блиссимо. Вот, АМ-4-4 звездный крейсер, я, кстати, не помню, сколько она стоит статрек, но вроде там сейчас узнаем. Но, кстати, мне реально что-то вот прям подсказывает, вот прям чувствую, да, что вот что-то будет сейчас вот эта М-ка. Давай, кстати, знаешь, как закидывать будем? Как мы сделали это в прошлой серии, вот, потому что, как ты помнишь, Саня, в прошлой серии нам повезло. Дико повезло на контракте, да. Вот, мне кажется, вообще не имеет значения, куда ты ставишь эту пушку. Вдруг, Саня, поэтому мы, конечно, это не самонадеянные такие, знаешь, как бы мы не верим в такие чудеса. Но вдруг что-то я может пойти не так. Чудеса. Итак, ребятки, мы но получаем... Но табло вылетает синька. Ну, Саня, да, ну! За трек АК-47. Ребята, просто сегодня гуляем, летаем. Кстати, Сань, видишь, я говорю, эта тактика работает. Ребят, вот если вы собираетесь крафтить что-то, там, на днях, может, на недельке, да, то ставьте пушки так же, как и мы ставили. Потому что нам уже вторую серию подряд везет просто на контракте, вы понимаете? Этот калаш, Сань, сколько он стоит? Давай посмотрите вместе, ребятки, давай, посмотрим. Давайте вместе посмотрим давай. И оценим его. Ну, честно, я так и знаю, что нам выпадет. 23 косаря, 24, это жесть. Но он стоит, ребят, за 26. Это просто какой-то, не знаю, тотальный просто пипец. Серьезно говорю, это что вообще такое происходит? Ладно, с кейсами не повезло, но тут это вообще просто топ. Короче, ребятки, с вас по любасу сегодня лайк за такой эпик. Ну что же, друзья, сегодня мы будем открывать кейсы на сайте ksgohappy.ru. На нашем балансе сегодня 2880 рублей. И, Саня, вот ты хочешь, я тебе покажу прикол? Я не знаю, видел ты это или не видел, но... Смотри, сейчас просто будет бау. Сука! Просто! Зачем? За что? Ребятки, мы дико извиняемся, просто дико извиняемся, что мы снова сегодня будем напоминать о этой, не знаю, особе, потому что она уже просто всех, она уже всех просто... Ну тут как бы надо похуже слово, но как бы манера не позволяет. Ребят, да, но мне даже интересно, понимаете, вот кейс называется «На донышке». Вот, и знаете, что вот давайте просто посмотрим, что засунули в этот кейс. Вы посмотрите, какие дорогие скины. Драгонор, МКВой, Калаш Огненный Змей, Медуза, просто самые дорогие скины находятся в этом кейсе, ребятки, вы понимаете? Я предлагаю открыть. Я тоже предлагаю его открыть, тупо, только из-за того, ребятки, только из-за того, что там находятся самые дорогие кейсы. Вот, даже прикроем просто на донышке. Да. Подожди. Стоп. Что? Подожди. Саня! Что? Подожди, я чего-то сейчас не понимаю. Я сейчас чего-то я реально думал, не понимаю. Я думал, там подожди. Я не понимаю, что не так. Подожди. Мы открыли кейс на донышке. И вопрос. А почему так вот? Ну как бы, ну как, Сань? Сань, где логическое объяснение? Не знаю. Как это объяснить, ребят? Ну... У нас нет объяснений, это... Давайте еще раз откроем, раз так идет, а? Ну это вообще что-то, я не знаю, Сань, ну это, блин, это реально жесть какая-то. Нам давайте еще а с медузы выпадет. А он случайно не 8 тысяч стоит? Кейс? Нет, понял, нет. 8. Кто, подожди, нож или кейс? Ножик, да, знаешь, такой типа 8. Нет? Я не знаю, сколько он стоит, Сань, но это вообще жесть. Так, ну аук нам не нужен как бы, но это... Ребят, я вообще не понимаю, как нам повезло выбить что-то из этого кейса, но может там реально где-нибудь на донышке, повезло. Слышишь? Чё, на тебя хамелеон. Не, слышишь, Сань, может быть там реально где-нибудь просто на донышке лежал нож, и нам как бы его дали. На донышке. Ну я не знаю, как еще это объяснить, понимаешь? Я реально, ребят, я даже на какое-то время потерял просто тупо дар речи, потому что это неожиданно. Это я вообще... Тебе в КС-ке, сука, повезло. Так, а что тут нам падает? Опять хамелеон. Сколько нам этих хамелеонов сейчас выпало? Не, короче, давайте вот последний раз открываем, если там все вот ничего хорошего не выпадает, мы идем открывать дальше. Потому что, видимо, свой приз на сегодня мы уже забрали. Снова хамелеон? Одинаково, прикинь. Просто смотри, нам несколько раз прилетел хамелеон. Это как вообще понимать? Ладно. Типа, знаешь, мы выбили ножик, сейчас мы фикчу получим. Ладно, ладно, спасибо, Диана, да, все, пойдем дальше. Так, а что так мало кейсов-то доступно, смотри. Ну, ладно, тайная. Подожди, кстати, давай посмотрим. Эхо, верни. АВП недоступно, гамма 2 доступно, статрек, что тут еще у нас есть? Давай тайны, ладно, всё, давай тайны. Хэппи кейс, ШП-3, бесплатный кейс, ну ладно, пока это не будем. Какой, засекреченный, запрещенный? Не-не, давай тайны. Ну, сразу по хардкору так погнали, давай. Да, мы уже окупились. Ну, мы так, ребятки, да, у нас сегодня должно быть и так просто превосходное настроение, поэтому я не... Подожди.
то простите. А почему они стоят 0? Почему они стоят 0? Ура, бесплатные перчатки! Уху! Ребятки, бесплатные перчатки! Вот это круто, ребят, ну, это, подожди, это крокодиловая кожа? Или мне кажется, я не знаю, просто, ребят, ну, это реально какая-то жесть! Нож! Перчатки! А сейчас что нам выпадет, своя машина, может, квартира, там, не знаю, ключи от яхты, яхта, может? Яхта, давай, давай, яхта. Крутой. Ребят, это просто что-то нереальное, я не знаю, что происходит просто сегодня давай в серии, еще, я еще, не еще, понимаю, еще, сколько еще, у нас... Еще. На... Нас да, на... нормально, Сань, нормально, ты видел, давай сколько еще. У нас денег на балансе да, осталось? Да, нас дофига. Мы можем нас крутить, крутить, крутить и крутить и крутить, ты понимаешь? Давай мне, Кесик, у тебя такая гулянка. Ну давай, Сань, давай. Нет, забирай себе, МАК-10 выпадает. Не, хамелеон, Сань, хамелеон, хамелеон. Давай, вот, давай, я тебе открываю, Сань, три тайных. Вот просто у меня сегодня реально хорошее настроение. Конечно! Получается, в Турецке повезло. Да. Сейчас повезло. Да, да, поэтому, Саня, у меня хорошее... Вот смотри, это первый твой тайный кейс, из которого тебе попадает МАК-10 неоновый гонщик, как я понимаю. Да, да. Давай, но... давай, давай твой набор откроем. А так тут, подожди, а он, я тут вот не знаю, они, да, я знаю, внизу. Есть, но вот доступен он. Давай лучше мой, давай твой а набор. А он недоступен, видишь, там шмотки, недоступен. Видимо, закончились. Ладно. Давай, короче, Саня, все, я тебе сейчас открою, давай этот Star Trek кейс. Ну вдруг что-нибудь хорошее реально выпадет, Сань. Давай. Сейчас выпадет самый говнецо. Стоп, стоп, стоп. Только не нож, только не нож, только не нож. Не, ты чё? Фух, Сань, это нож. Знаешь, для два тебя, это жирненько, это жирненько. Так, два продаем. Продаем. Смотри, сколько я говорил. Я... Ладно, Сань, сколько у меня на планете еще? Я один раз да могу тебе открыть еще, в принципе, тайно. Один раз открываю, Сань. И нам выпадает, внимание, барабанная дробь. Говнецо! Внимание, барабанная дробь! И вот нам выпадает! Хамелеон! Еее, Сань, ну видишь, как бы тебя не сопутствует сегодня удачи, к сожалению. Видимо, просто в прошлой серии тебе и так сказали, типа, все, хватит, мальчик, да? Чего-нибудь типа этого. Ребят, ну, мальчик. Реально, мальчик, остепенись или что-то типа этого. Ну, если это реально сейчас какая-то тебе повезет, жесть. Я тебя убью. Мне повезет? Если тебе повезет. Не, походу, МАК-10. Все, не повезет. Не, ну нет, ну нет. Короче, ребятки, какое предложение на сегодняшнюю серию? Она, во-первых, вообще получилась капец везучей, прям... Вообще, я не знаю, о чем мы в начале серии, когда открывали кейсы, там еще что-то возмущались. Ну, как бы, посмотреть то, что мы как бы начинали с чего и чем закончилась сегодняшняя серия, это прям вообще какая-то жесть. Реально, поэтому давайте мы сейчас все примем, перейдем в КС-ку, взглянем на это и уже подведем итоги. Короче, ребятки, это просто это необъяснимо, но факт. Вы помните, да, что мы выбивали складной нож, но нам пришел штык-нож. Причем, вот в чем прикол, ребятки, штык-нож стоит дороже, вы понимаете? То есть, это вообще как? То есть, нам должен был прийти складной, мы получили штык-нож, зуб тигра, который стоит 16 тысяч рублей. Я думаю, что складной стоит там, ну, где-то 12, ну, как и было показано на сайте, может быть, даже дешевле. Вот, то есть, это просто, мы еще и больше ушли в плюс. А это стоит 18 или 16. Да, 16-18, то есть, ребятки, это просто какой-то реально, я не знаю, мега удача, которая посетила нашу сегодняшнюю серию. Вот, также водительские перчатки, гремучая змея, они реально очень крутые, правда, закалены в боях, но стоят они, мы посмотрели... 8-9 тысяч рублей, то есть реально, смотрите, такая, знаете, как будто реально... Импопичные такие. Да, я сначала подумал, это крокодилья кожа, да, но это змеиная, как бы, но все равно выглядит очень круто, у меня тем более все перчатки, я уже давным-давно продал их, как бы, и чтобы открывать кейсы, поэтому, ребятки, блин, хоть это круто. Хоть в чем-то можно бегать. Да, ну хоть на какая-то шмотка будет теперь нормальная такая. В общем, ребятки, я надеюсь, вам эта серия понравилась, она реально получилась очень крутой топой, потому что вот, что мы получили, это реально очень круто, вот, поэтому, ребятки, с вас сегодня много-много-много лайков, вот, ну а на этом сегодня все. С вами были, как всегда, Кофе и Алекс Фокс, и желаю вам такой же удачи в откейсов. Ну, покутик, ребят.